Мужик приходит в аптеку и говорит: «Дайте мне пачку гандонов». Продавщица так на него смотрит: «Мужчина, а повежливей можно?» Мужик вздыхает: «Дайте мне пачку презервативов». «Ну, мужчина, ну еще повежливей можно?» Мужик уже недовольный: «Ладно, дайте мне пачку контрацептивов». Продавщица на него смотрит: «Ну, мужчина, ну как-то поскромнее, а?» Мужик недовольный достает свою балду, вываливает на прилавок и говорит: «Мадам, оденьте джентльмена». Очень старенький анекдот. Одного мужика достали тараканы. Чем он их только не травил, ничего не помогало. Пошел к соседу жаловаться на них. Сосед ему в ответ: «Слушай, ты когда пойдешь спать, обойди всю квартиру и в каждый угол крикни: жрать нечего». Мужик так посмотрел на него, задумался. Пришел домой, перед сном обошел всю квартиру, крикнул заклинание в каждый угол: жрать нечего, и пошел спать. Через час чувствует, его бьет кто-то в бочину. Мужик с просонья так открывает глаза, смотрит, а там толпа тараканов стоит. И самый главный к нему подходит и говорит: «Мужик, харе спать, мы тебя пожрать принесли».